В юности я очень хотел произвести впечатление на девушку, с которой встречался, и хотел приготовить что-нибудь особенное. Ну и приготовил. Весь дом в огне, дым, спасатели, соседи в ужасе. В общем, получилось эпатажно. Доброе утро. Это осенняя кухня. Меня зовут Дмитрий Шепелев. И здесь я готовлю по семейным рецептам моих знаменитых гостей. В гости ко мне сегодня пожалует девушка, к которой липнут такие слова, как эпатажная, скандальная. Ой, какой она человек, а какая она мама. Вот в этом мне сегодня хотелось бы разобраться. И еще вкусно поесть. Сперва давайте-ка я познакомлю вас с ее дочкой Машей. Маш, привет. Здрасте. Здрасте. Маша, что это? Макаронаделка. Макаронаделка. Ну, понимаю, что это макаронаделка. Я уже догадался, кто твоя мама. Нам нужно сейчас немножко заинтриговать зрителей. Мы привыкли видеть твою маму на сцене, в странных нарядах, в удивительных шляпах. Скажи, в чем она ходит дома? В короне. В короне. Твою маму зовут? Оля Полякова. Действительно, в гости ко мне сегодня придет Оля Полякова. Пойдем встречать маму поскорее. Кажется, она уже идет. Пошли, Маша. Здравствуйте. Здравствуй, Оля. Вот твоя Маша. А вот моя еда. Давайте я помогу. Еда. Оля Полякова, 29 лет. Сейчас эстрадная певица и человек-эпатаж. В прошлом – серьезная оперная певица. Каждая ее выходка – скандал. Слушай, ты чувак, у тебя что, мозгов нет? Я думаю, что он моральный урод и мерзавец. Конечно, я бы плюнула тебе в лицо еще там. У меня голова в два раза больше, чем у вас. Значит, я умнее. Она не боится рожать в прямом эфире. Как родить не больно, не страшно, и чтобы даже прическа не попортилась. Учит женщин, где и как искать богатого мужа, и даже собирается стать президентом Украины. Имидж имиджем, а какая Ольга хозяйка? Девочка, девочка, ты по утрам завтракаешь или нет? Завтракаю. А чем? Хлопьями. Хлопьями, хорошо. А главное, какая мама? Ведь у скандалистки две дочери, Маша и Алиса. Чапка, ты же леди, сядь ровно. Вот так. Нет, ровно сядь. Не сутулься. Вот так. Ну все, пошли в школу. Время. Не мешает ли корона готовить? И как относится старшая дочь к сомнительным выходкам своей мамы? Об этом вы и узнаете сегодня. Я собираюсь вас сегодня сильно удивить, Дима. Так, так. Потому что многие не верят, что я нормально. Сегодня в меня поверят миллионы. Хорошо, что вы принесли? Обычно я несу чушь, но сегодня я принесла продукты. Это базилик. Хорошо, да. А что еще? Это розмарин, это... Что это, Маша? Помидор. Вот она знает, что это помидор. Молодец. Так. Так, это волшебный порошок. Волшебный порошок. Я потом объясню его назначение. Это мука. Отлично. Так. Это сыр, пармезан. Сыр, пармезан. Пармиджано. Угу, так. Шоколад. Так. Это чеснок, масло, молоко. И грибы. Грибы. Прекрасно. Что мы будем готовить, вы расскажите. В чем ваша кулинарная особенность, Ольга? Я увлекаюсь сыроделием. Угу. Ну, не просто вот творожок сделать, а я делаю сыры. Сыры. Мы будем делать моцареллу. Будут макароны, так. А точнее таглителли с белыми грибами. Певица Оля Полякова не только скандалит, но и готовит. У гениальной хозяйки всегда все получается.
Оля научит Дмитрия Шепелева готовить настоящий итальянский сыр моцарелла, самодельную пасту и диетические шоколадные пирожные. А также вы узнаете о том, что мужчины – это грибы. Ну а вы за кем замужем? За белым грибом, за царем зверей. Как непросто жить в сказочном дворце. Нам позволительно есть только курицу и индейку. Не мешает ли корона готовить? Конечно, у меня есть добрые феи, которые помогают мне по хозяйству. Как заполучить мужа-миллионера? Я пела у мужа на день рождения. А самое главное, вы поймете, может ли 29-летняя блондинка в кокошнике быть хорошей мамой. Мама часто бывает дома? Ты часто ее видишь? Только по выходным, и то не часто бывает. Мама ходит на родительские собрания в вашей машине? Какое первое блюдо? Мы будем делать моцареллу. Моцареллу. Ту моцареллу, которую мы сегодня будем готовить, это настоящая итальянская моцарелла. Нам понадобится лимонный сок, раз, молоко и чудодейственная культура, которая называется сычужный фермент. Послушай, Маш, а чем мама кормит тебя дома? Моцарелла на хлебушке. А еще макароны ты с чем любишь? С трюфелями. Вот так. Балована. Когда вы добавите в молоко лимонный сок, молоко должно быть чуть кисловато. Это должно чувствоваться. Угу. Тогда моцарелла получится. Вот так. Все, теперь давайте молоко подогреем. Слушайте, ну в этом вам поможет плита Кайзер. Во-первых, стильная. Во-вторых, немецкая. Класс. А в-третьих, вообще управлять ей одно удовольствие. Когда мы ввели в холодное молоко лимон, нужно его немножечко подогреть до температуры 35 градусов. То есть, чтобы вы засунули туда пальчик, и вам было тепло и комфортно. Угу. Сычужный фермент, его нужно развести в водичке, так, в небольшом количестве, в очень малых дозах. Вот, вот такой вот баночки, ну, как бы вот этого малюсенького количества хватает на 100 литров молока. Представляете? Мы ввели сычужный фермент, нужно очень хорошо размешать и накрыть. Тепленькое место, мы оставляем это буквально, ну, на 20-25 минут. В тепленькое место, вот все это молоко, лимонный сок и вот эта вот капля колдовства? Да. И посмотрите... В духовку можно поставить? Да, можно. Температура должна быть не больше 40 градусов. Так. Все, закрываем на 20 минут, да? И достаем оттуда украинскую моцареллу. Пока у нас готовится моцарелла, давайте приступим к основному блюду. Потому что сегодня это будут макароны, так, а точнее таглиттельни с белыми грибами. Это плоские, широкие макароны, которые вы можете купить в супермаркете. Но мы ведь не ищем легких путей, Дима. Конечно, нет. Что нам понадобится для того, чтобы приготовить тельетели? Я знаю, сначала фартук. Позвольте, я вам надену, чтобы ваш чудесный наряд царевны не испачкать. Пожалуйста. Спасибо, вы... Нам понадобится прежде всего мука. Это мука из твердых сортов пшеницы. Вы знаете вообще сегодня все, что мы будем готовить? Это будет очень здоровая пища. Мало того, так, она будет очень малокалорийная. Так это круто. Да. Значит, макароны из твердых сортов пшеницы можно есть в любых количествах. В любое время? В любое время. И даже ночью, в 3 часа ночи. Вы от них не поправитесь. Вы проверяли это на себе? Да. Хорошо. Что, вам не верится? Ну, верится, сейчас поедим и все проверим. Так. Что мы должны будем сделать? Мы будем делать прямо вот как это происходит в Италии. Так. Они вот так вот кучку делают. Ну-ну-ну. Сюда мы должны разделить белки от желтков. Хорошо. И добавить только желтки. Только желтки? Да. Послушайте, откуда вообще у вас этот рецепт возник? Вы готовите все итальянское по какой причине, Оль? Это мое хобби. Кулинария. И если бы я не стала тем, кем я стала, я бы, наверное, стала поваром. Ну, кстати, многие задают вопросы, а вот кем стала, а кто вы? Я почему-то имею смелость послать его на три буквы, а больше никто этого не делает. На коне приехала в Москву. Ну, то есть, ну где же его оставить, понимаете? Ну, прежде всего, я певица. Только лишь потому, что, вы знаете, у меня 19 лет специального музыкального образования. Да что вы? Конечно. Интересно. Значит, Ольга Полякова певица. Певица, так, прежде всего. Угу. Ну, еще я владела профессией ведущей, и теперь регулярно забираю, Дима, ваш хлеб. Обалдеть можно. Вам не верится? Вы не верите, что столь гениальное пение принадлежало мне? Так. Ну, вот что, что говорит вам мука? Мука говорит
Ах, как мне хорошо соединиться с этими яйцами. Я так хочу просто вот в этом поучаствовать. Вы все взяли на себя. Можно и мне тоже порыться вот в этой муке? Испачкаться, чтобы хотя бы был вид, что я что-то готовил. Ну, давайте разделите еще, да? Да? Хорошо, возвращайтесь. Я все сделаю хорошо. Под вашим руководством. А вы нам пока рассказывайте. Так, телеведущая, певица. Ольга, кто еще? Ну, наверное, мама. А почему мама не на первом месте, Ольга? Да не знаю я, ну пока вот так вот. Мама часто бывает дома? Ты часто ее видишь? Или мама все время пропадает где-то, знаешь, садится на метлу и улетает куда-то на концерт? Только по выходным, и то не часто бывает дома. Ты шутишь? А где же пропадает мама? На концертах, на гастролях. Мама ходит на родительские собрания ваши, Маша? Или вы еще не ходите ну в школу? Как это не ходит? Ходит. Как это не ходит мама? На родительское собрание не ходит? Была честно. Один раз ходила. Что-то один. На 1 сентября всегда с тобой в школе. Мало того, даже в интересном положении и то была с тобой, когда ты шла в первый класс. Оля, не хочу вас расстраивать, просто родительское собрание 1 сентября – это два разных праздника, и на них, ну, по-разному ходят. Дим, да. Вот можно я все-таки вот займусь этим делом прекрасно? Ну, я тоже хочу. Я быстренько. Все, на самом деле, вот я уже это все немножко сделала. Оль, ну что делать с тестом? Оно должно отдохнуть, можно я перемещусь? Пожалуйста, пожалуйста. Можно я сниму туфли? И что я должен буду сделать взамен? Ничего, просто вы понимаете, я когда готовлю дома, я не на каблуках обычно. А, вот что? Оль, ну послушайте, ну а как вы выглядите дома? Вот дочь ваша сказала, что вы тоже ходите в короне. Но я не хочу в это верить. Нет, это не может быть правдой. Вы знаете, я вам скажу, что дома я хожу в халате, в бигуди, с огуречной маской на лице. И мой муж не догадывается, что суперблондинка Оля Полякова и я это одно и то же. Mm. Оль, а нам нужно раскатывать тесто или нет? Обязательно, но ему надо немножечко постоять, а для этого мы можем сейчас начать готовить соус параллельно, конечно, чтобы экономить время. Эпатажная певица Оля Полякова продолжает доказывать, блондинка в кокошнике может быть хорошей хозяйкой. Оля приготовит салат с самодельным сыром, итальянскую домашнюю пасту и диетическое шоколадное пирожное. А еще вы узнаете, как грибы вдохновили певицу написать книгу. Мы перебросимся к серьезной литературе и поговорим о книге, которую написали вы. Услышите много философских мыслей от первой блондинки Украины. Очень многие женщины склонны идеализировать и думать, что ложная поганка есть боровик. Жизнь вредна, Дима, от нее умирают. Узнаете, что заставило дипломированную оперную певицу вести себя вызывающе. Когда-то я была другой, исполняла серьезную музыку, училась в консерватории. И поймете, не мешает ли скандальный образ быть хорошей мамой. Я потом тебе все дам. Сегодня на осенней кухне эпатажная супер-блондинка Оля Полякова с дочерью Машей. Заготовка для итальянского сыра моцарелла уже готова. Также Оля уже замесила тесто для домашних макарон. А теперь пора заняться грибным соусом для будущей пасты. Нам нужно порезать белые грибы, так. Нам нужно порезать один зубчик чеснока, угу. Нам нужно мелко порезать розмарин. Поставить сюда прекрасную сковороду и готовить соус. Я хочу грибами заниматься. Да, вот вам чеснок, пожалуйста. Хорошо. Оля, послушайте, ну а есть ли у вас дома работница? Или вы дома хозяйничаете сами? Нет. Подожди, Маша, подожди. Ну, скажите, Оля. Конечно, у меня есть добрые феи, которые помогают мне по хозяйству. Но, кстати, в готовку они не лезут, когда я дома. Оль. Да. Все-таки вопрос, который мучает многих телевизионных зрителей. А как вы пришли вот к этому образу суперблондинки? Как родилась суперблондинка? В украинском шоу-бизнесе вот не было персонажа, вообще не было главной блондинки. Вот она вот в Америке она была, в России вот она была, да? А у нас ее не было. Вы же когда-то вы были другой? Когда-то я была другой, исполняла серьезную музыку, училась в консерватории. Да что вы? Да. Ольга, да. Вы? Я. Консерватории. Да. Супер-блондинка. Да. Исполнительница песни... Шлепки. Шлепки. Окончила консерваторию. Что вас так смущает? И что написано в вашем дипломе? Оперная певица. Вы, Оля Полякова, оперная певица? Да.
Ну что вы обманываете меня сейчас, наверное? Я не могу вам поверить. Это правда. Вы хотите, чтобы я исполнила что-то из классики? Ну давайте. Ой, нет, пожалуйста. Ну, пожалуйста. На оклик их веселый откликаться. Ау, 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 ау. Вообще она немножечко выше берется, но простужена. Могу немножечко... Ну, потрясающе, Ольга. И как после этого можно было упасть до шлепок? Вы что, я поднялась до шлепок? Вы знаете, эта песня, она подарила ведь мне слушателя, и особенно слушателя примерно вот такого вот возраста, 7-12 лет, когда я приезжаю в разные города. А вы гастролируете с песней «Шлепки»? Ну, у меня много, на самом деле, песен. Так. Есть прекрасная «Люли», которая уже вышла. «Люли»? Да. Интересно, на пути, я не знаю. Давай. Ищи меня, я люли, люли, больше слышишь, тебя не люблю я. Что будем делать дальше? Давайте же мы их пожарим. Давайте и пожарим, Оль, почему бы нет? Я предлагаю добавить немного оливкового масла. Думаю, что оно добавит пикантный вкус нашему блюду. Кстати, мы используем оливковое масло Иберика. Много нам нужно оливкового масла? Ну, наливайте, я скажу, я вас остановлю. Все, стоп. Вот это будет справедливо, наверное. Так, значит, я напомню, что мы готовим соус для пасты. Пока что отдыхает тесто, там в стороночке. Мы сейчас готовим соус. Давайте. Сейчас, 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 подношу. Ой, они горят, боже. Угу. Так, ну достаточно для этой сковородки, да. Наверное, больше не понадобится. Они должны подрумяниться, да. Грибы наши. Неплохо будет, если вы порежете мне мелко-мелко вот прекрасную травку розмарин, которую я добавляю везде и даже в компот. Оль, послушайте, ну а как много времени вы уделяете воспитанию дочери, например? Я знаю, что Маша ходит в самые разнообразные секции, верно? Ты секции, чем да. занимаешься, скажи? Хором, танцами, музыкой, верховой ездой и французским. И французским языком. А плаванием. И плаванием. И плавание еще к тому же. То есть это как минимум 6 увлечений, которые есть у маленькой Маши. А кто рисует еще? Мама. Нет, я. Она еще рисует. Это я ее так заняла, чтобы она не скучала за мамой. То у вас было точно такое же насыщенное детство? Ну, вы знаете, да, да, точно так же, потому что я училась в музыкальной школе. Так. Я занималась танцами. Чем я там еще? Плаванием я увлекалась. Это не закончилось спортивной карьерой, но я ходила в секцию спортивного плавания в течение 6 лет. Да вы шутите? Да, поэтому я умею плавать кролем, брасом и баттерфляем. Кого из вас растили родители? Кем они хотели, чтобы вы стали, Оль? Ну, знаете, я... При таком разнообразии увлечений. Мама растила бабушка. Бабушка? А где были родители? Кто ваши родители? Да, у меня мама врач, а папа дипломат. Розмарин добавим в грибы? Чем у нас, на самом деле, у меня вся... Да, да. У меня по маминой линии вообще врачебная. То есть и дед, и бабушка были медиками, поэтому... Так а что ж вы не стали врачом, Оль? Из интеллигентной я семьи, да, как ни странно. Нет, это видно по вам, это невозможно скрыть просто. Скажите, так а почему вы не стали врачом, как вся ваша семья? Знаете, я хотела, но я занималась в музыкальной школе, очень успешно занималась, и после 9 класса я пошла и сдала документы в музыкальное училище. Моя мама скривила лицо и сказала: фу, что это за образование, ты пойдешь, закончишь школу как бы 10-11 и пойдешь в медицинский институт. На что я сказала: нет, я хочу быть певицей. Но меня мама учила быть всегда молодчиной, и что мне с того? А сейчас родители как относятся к тому, что вы делаете? Ну, сначала с недоумением, потому что моя мама мне звонила и говорила: Оля, я вот посмотрела интервью, ты там такое несешь, это вообще что? Так. Ну что я говорила: мама, это имидж, потому что жажда не что, Дима, а имидж, это все. Вот у нас уже почти готовы грибы. Ну, да? Вы, Оля, окончательно меня запутали. Кто же такая Ольга Полякова, гостья сегодняшней осенней кухни?
я должен напомнить, что мы с Ольгой пытаемся приготовить моцареллу. Более того, отправили ее на 20 минут в теплое местечко. И, в общем, моцарелла там подходила. И мы сейчас будем ее готовить, да? Мне нужен длинный нож, да. Успокойтесь. Сейчас я все принесу. Хорошо. Сейчас будет вам длинный нож. Так. Так. Я просто очень хочу это сделать своими руками. Я никогда этого не делал. Так, что вам нужно, Ольга? Как проверять готовность сгустка? Это все делает вот этот палец. Так. Так. Вот так вот мы погружаем и вот так вот поднимаем. Если у нас чистый палец, значит, сгусток готов. Сгусток готов. Ну куда ты, Маша? А что, Маша, все правильно сделала? Нет? Молодец. Хорошо. Ну что, теперь резать сгусток? Начинайте с края. Ай. Ну вот давайте так. Да, но не очень мелко. Так. Чем мельче кубики, тем тверже сыр. А нам нужен сыр. Где же это полтора? Тут полметра, Оль. Ну не полметра, ну вот так. А что потом мы со всем этим будем делать? Мы будем делать из этого моцареллу. Правда, я сейчас вас очень удивила? Ну не то слово, Ольга, вам удалось. Порезали, что дальше? Порезали. Теперь нам нужно его еще порезать вот так. Очень. Ну дайте я, дайте я. Все, я уже все сделала, ничего не надо. Ну? Теперь нам нужно ее встряхнуть. Мы должны его оставить в покое минут на 15. Опять в теплое место? Нет, вот пусть так стоит, ему хорошо. Пока мы с вами займемся тестом. Я даю вам тесто. Давайте. С Ольгой мы готовим пасту ручной работы. Ну что, давайте, может быть, начнем. Нужно раскатать это тесто, верно? Потом у нас есть вот такая вот машинка. Это специальная итальянская машинка для изготовления макаронов. А я буду со зрительницами телеканала «Интер» резать ножом пасту. Оля, вы первый человек, который пытается постирать тесто. Зачем? Мы его не стираем. А что мы вы сейчас делаете? Мы его раскатываем. Ага, то есть его нужно раскатать. Хорошо, я займусь дедовским методом. Маш, сейчас буду раскатывать. Пожалуйста, я потом тебе сюда. Потом будешь резать, будем вот делать вот эти вот длинные макароны прекрасные. Будешь крутить. Сейчас сложные. Нам нужно раскатать это тесто как можно больше, да? Для как того, можно чтобы нарезать. Тоньше, да. Потому что паста настоящая, она должна три раза сложиться втрое. Вы этого не сделали, у вас ничего не выйдет. Три раза сложиться втрое, объясните, пожалуйста. Ну вот смотрите, видите, ну-ка. У меня была такая простыночка. Так. Вот, я ее сложила втрое. Теперь я опять ее раскатываю. Сейчас я опять ее сложу втрое и так трижды. Это секрет итальянской пасты. Трижды сложить втрое. Вот я опять сложила втрое. И вот уже из этого я буду делать... Макароны. Ольга, скажите, ну а вот Маше вы желаете такой же судьбы, как и вам? Такой же успешной карьеры музыкальной? Таких же экспериментов музыкальных смелых? Вы таких знаете, же запоминающихся образов? Я одобрю любой ее выбор. Но мне кажется, что петь Маша не будет. Я хочу быть дизайнером. Вот она хочет быть дизайнером. Миллионный раз говорю. Но у вас же, Ольга, двое детей, верно? Двое. Это мы. Это вы. Угу. Как зовут сестру? Алиса. Смотрите, какая у меня прекрасная. Видите, насколько я быстрее делаю супер тонкое тесто. Можно я? Дайте-ка потрогать ваше. Я просто прикоснусь. Вот с той стороны. Нет. А что делать дальше с этой у тряпочкой? У вас потверже. Ну раскатывай тогда, хитренькая какая. Тесто должно быть достаточно тонкое, поскольку у нас там яйца есть, оно будет упругое и создастся после варки эффект альденте. Это, то есть немножечко недоваренный. Теперь нам нужно одеть вот такую вот насадочку для нарезки макарон. А, то есть сейчас это все превратится уже в конечно, пасту. Все, мы уже все сделали. А зачем вот это вот все проделывать, если можно пойти в магазин и купить готовую пасту? Потому что сухая... Вот почему? Ну, сухая паста, она не такая вкусная. Все-таки свежие макароны, они свежие. Вот если вы, Дима, вручную сможете порезать вот так вот макароны, так. Посмотрите, как это быстро на самом деле. Опа! Их нужно хорошенько припылить, чтобы они не слиплись. Слушайте, ну мне кажется, я затеял какую-то глупость. Ой, вы их не складывайте, сейчас у нас все слипнется. Не слипнется. У вас не слиплось, у меня тоже не слипнется. Дайте попробовать. Хорошо. Пробуйте. Все. Оль, я хочу, чтобы вы меня похвалили, потому что мне кажется, что моя паста тоже получается очень даже неплохой. Слушайте, Дима, если бы я знала, что... Ну, посмотрите, ну а чем хуже? Очень чем красиво, хуже моя паста, правда, чем очень ваша? Красиво. Да? Ребята, пасту можно делать своими руками. Оля Полякова научила Дмитрия Шепелева делать настоящие итальянские макароны. Пора варить пасту и доделывать моцареллу. Рецепты блюд, а также сладенькое, еще впереди. А пока...
Маша попытается рассказать подробности из семейной жизни мамы. В углу будешь стоять всю жизнь. А Дмитрий Шепелев попытается выяснить. Какие еще тайны скрывает от нас мама? Здесь моцарелла, мы пожарили грибы, мы приготовили собственноручно, я подчеркиваю, пасту. Маша порезала чеснок, и что мы будем делать дальше? Займемся моцареллой? Да, ее нужно немножечко подогреть. Давайте уже приступать, собственно, к изготовлению. Давайте я буду делать моцареллу, а вы пока приготовьте помидоры для салата капрезе. Потому что мы не просто будем делать моцареллу, мы будем делать салат капрезе с домашней моцареллой. В общем, для тех, кто плохо говорит по-итальянски или никогда не был в Италии, надо сказать, что салат капрезе – это сыр моцарелла с томатами. Теперь нам нужно подогреть. Угу. Ну, вот уже греется, да. Греется, да? Да. Помешивая хорошенько, чтобы отделялась сыворотка. И помешивать нужно до температуры такой хорошо тепленькой, как вы любите принимать ванную сами. То есть а долго его должно продолжаться? Вот это примерно 40 градусов. Да недолго, вот сейчас нагреется и все. Вот так аккуратненько, вот так. Чтобы, ага, вот. Ой, дайте ей попробовать. Пожалуйста. Ой, она же такая воздушная, я-то думал, что она потяжелее моцарелла-то ваша. Да, она вот такая. Как интересно. И все это благодаря этому хитрому порошку, да? Да, сычужный фермент, который используется, между прочим, с незапамятных времен в сыроделии. Что делать с этой жидкостью? Скажите. Ее нужно подогреть до 42 градусов. Значит, подогреваем эту жижу, и что дальше? Будем растягивать моцареллу. Если вы знаете, моцарелла – это сыр, который растягивается как тесто, делаются из него шары и окунается в холодную воду. И моцарелла имеет определенную форму, это круг. Какое-то колдовство. Шарик. Для того, чтобы не обжечь руки, возьмите. Чтобы они не стали красными, для этого я пользуюсь перчатками. Это не должно быть там 100 градусов, но это должна быть достаточно горячая вода. А вы прям дома тоже так вот в перчатках все делаете, да? Да, обязательно. Ну, я берегу маникюр, в конце концов. Коль. Которого у нее иногда нет. Пау-пау-пау. Так, да, хорошо. Я тоже очень хочу в этом поучаствовать. Ну-ка. Так, вот наша заготовка. Окунаем его в горячую воду. Мы начинаем его нагревать. От температуры сырное тесто начинает тянуться. Будьте с ней предельно нежны, как женщины. Моцарелла, она как женщина, не терпит грубого обращения. И тогда она ответит вам нежностью и любовью. Дайте я тоже помакаю. Пожалуйста. Да. Посмотрите, понимаете? Ну, это же чудо. Смотрите. Вот, видите, как я сформировала? Ну вот такой шарик скатали, вот да? Вот такой вот шарик, да. Вот это и есть... Как в магазине. Настоящая итальянская моцарелла. Смотрите, какая она блестящая. Как она прекрасно держит форму. Вот такой шарик, который мы должны сразу бросить... В холодную воду. В холодную воду. И да. Все, и моцарелла готова? Моцарелла готова. Смотрите, вот так вот. Вуаля! Два шарика свежайшей итальянской моцареллы. Вот так вот. Моцарелла готова. Что дальше, Ольга? Дальше макароны. Мы будем параллельно доделывать соус и варить пасту. Дайте мне какое-нибудь задание. Сейчас, я ответственное. Я с удовольствием хочу вам дать задание потереть на мелкой терке сыр пармезан. Можно я? Ну, иди помогай. Так, Оль, что будете делать вы? Я буду жарить грибы. Их нужно довести до готовности. И в них нужно добавить... овощной бульон. Угу. Это должен быть крутой, насыщенный бульон, сваренный из большого количества моркови, сельдерея, корня петрушки, ну и всяких травок. А вы вегетарианка? Я придерживаюсь диеты по группе крови. То есть у меня вторая группа крови. Ой, кажется, у меня и у меня тоже, кажется. Значит, а что это значит? Мы, значит, вегетарианцы. Нам... Да, ну... Да, правда. Угу. Из мяса нам позволительно есть только курицу и индейку. Ну а ваш муж с какой группой крови живет? Он с первой группой крови, он мясоед. Поэтому в нашей семье готовят и мясо, и рыбу, и овощи. И все. Вы вообще скрываете, Оль, свою семью? Бережете ее от вспышек фотоаппаратов, от журналистов? Ну вообще нет. Давай, моя очередь. Допустим, мой муж, он вообще... он не публичная персона, ему что-то не нравится, да. Это кажется ему какой-то глупостью. В данный момент
сидит с детьми. Ну, в декретном, отпуске по уходу за детьми. Просто он уже наладил свой бизнес таким образом, что он может посвятить себя семье. Тем более, что у него дети появились в сознательном возрасте, и он очень ценит возможность проводить с ними время. Ну вот, достаточно пармезана? Да. Ну хватит. Опять вы недовольны качеством работы. Очень довольна. Ну, слушайте, вам попробую угоди, Оль. Вы требовательный человек. Ой, да, вы знаете, что мы забыли? Мы забыли в соус положить сливочное масло. А вот оно прямо перед вами, посмотрите. А, да, действительно. Я еще и слеповата. И на одно ушко глуховато. Какие еще тайны скрывает от нас мама? В углу будешь стоять всю жизнь. Маш. А давайте посолим и поперчим эту прекрасный давайте, соус. Давайте, с огромным удовольствием. Держи, неси соль, а я принесу перец. Самую малость. Вот достаточно, вполне. Давайте мне оливковое масло. Правильные хозяйки итальянские. Я дам. Мы, дети, с Машей уже. Отдай мне масло. Думаю, оно отлично подойдет для нашего блюда. Кстати, мы используем оливковое масло Иберика. Куда его? Грибы? Нет. А куда? В воду для варки макарон. В кипящую воду? Да. Правильные итальянские хозяйки всегда добавляют в воду для макаронов зубчик чеснока и пару ложек оливкового масла. Хорошо. Вот так, чтобы они не слиплись. Два. Хорошо. Варим наши макароны. А слипнуться могут только макароны домашнего приготовления или любые? Если их помешивать и варить в большом объеме воды, они не слипнутся. Сколько у вас причудливых головных уборов, Ольга? Вот целая коллекция. В последнее время это кокошники. Послушайте, но есть и другие же телевизионные деятели, которые отдают предпочтение именно головным уборам. Не кажется ли вам это повторочкой? Никто в этой стране не носит кокошники такого размера и такого вида. Поэтому я здесь единственная. Единственная. Ну-ка посмотрим, у нас есть фотография. Ну, вам очень к лицу, я хочу сказать. Ну что, пасту готовую, можно... Да. Давайте сразу к грибам. Давайте. Будет прекрасно, мне кажется. Давайте же уже подадим. Хорошо. Выкладываем тогда все наше готовое на тарелку. Давайте на одну, а потом разберемся. Ольга Полякова готовит пасту вместе с грибами. И перед этим приготовила моцареллу. И ничего страшного. И самое главное, что это еще не все. Прямо сейчас запишем рецепт домашней пасты с белыми грибами от Оли Поляковой. И приступим к шоколадному десерту, который безболезненно для фигуры можно есть в любое время. Также вы узнаете... Почему Оля Полякова советует искать мужа в лесу? Ну а вы за кем замужем? За белым грибом. Маш, нужно подержать тарелку и ничего не съесть. А я хочу записать рецепт мамин. Мука из твердых сортов пшеницы. Яйца. Тесто должно быть достаточно тонкое. Нормальная мука для подпыления, доски. Правильные итальянские хозяйки всегда добавляют в воду для макаронов пару ложек оливкового масла. Белые грибы. Грибы обжарить с чесноком. Потом добавить бульон, масло сливочное и сыр пармезан. Держи, держи. Вкусно. А в гостях у меня Оля Полякова. И пришла она с дочкой со своей, с Машенькой. Мы вместе упражняемся в итальянской кухне, а заодно и разбираемся, какая Оля хозяйка. О том, какая она скандалистка, нам всем хорошо известно. А вот какая она на кухне. Оказывается, довольно бережливая и аккуратная. Ну вот, давайте продолжим. Мы приготовили уже пасту. Оля, давай готовить дальше. Мы будем сладенькое что-нибудь? Сладенькое? Да. С удовольствием. Тогда мы будем готовить... Шоколадный десерт. Шоколадный десерт. Угу. Оля, да. Что нам нужно для того, чтобы приготовить шоколадный десерт? Черный шоколад, бескалорийный. Да-да. Не молочный, черный. И белки. Ни капли сахара, ни капли муки. Даже не упрашивайте меня. И вообще ничего. Ни и при случае. Этом это будет вкуснейшее блюдо. Дай кусочек. Так, хорошо. Значит, у нас есть яйца, шоколад,
Что с ними со всеми нужно сделать? Это нужно взбить в крутую пену, это нужно растопить на водяной бане. Ну, с этим я займусь огромным удовольствием. Оль, но, может быть, есть какие-то правила диетологии? Например, не есть углеводы после полудня? Или обязательно пробегать в день 20 знаете, километров? Да, конечно, Оль, пожалуйста. Конечно, конечно. Не есть после 6. Но кто же из нас, девочки, следует этому правилу? Да, девочки, мы после 6 не едим, это правда. Я бросаю есть после 6, а потом в 12 начинаю с удвоенной силой. Я думаю, я не единственная в своем роде. А вот, мне кажется, что нужно как-то уметь поставить себе цель и похудеть. Цель. Потому что я худею конкретно только перед шоу, перед клипом или еще перед каким-то важным событием. Нужны белки, да? Мне нужны белки. Расскажите, как ваше имя оказалось на афише? Вы же мечтали об этом когда-то, правильно? Да, это действительно было... А 3 есть достаточно или нужно больше? Можно 5. Можно 5. Хорошо, мы сейчас быстро дойдем. Давайте 4. Да? Давайте 4, пусть будет компромисс. Хорошо, давайте тогда незаметно перебросимся к серьезной литературе. Поговорим о книге, мужчины, которую написали вы. «Мужчины как грибы, места обитания и способы сбора». Вот-вот, да, Оль. Вы знаете, когда родилась на моей книга? На моей даче, ну, почему я вот готовлю с белыми грибами, потому что я люблю собирать грибы. Собирая грибы и видя, в каких условиях и каким образом они произрастают, меня это натолкнуло на мысль, что они как мужчины. То есть вот грибы как мужчины. Да, вот смотрите, допустим, вот этот вот прекрасный боровик. Боровичок. Белый гриб. Вот не велик, но хорош. Очень. Царь грибов. Царь-царевич. А вот как он растет? Как? Он растет где-нибудь под листочками, под дубочками, обязательно залеплен кучей каких-то, то есть не на виду все это дело. Как это связать с мужчиной? Сейчас я расскажу. Угу. А есть другие мужчины, есть другие грибы, скажем так, которые растут на пригорке, чтобы на них солнышко светило, обязательно на возвышенности, окраску имеют красивую, оранжевую, да все в ярких точках. Знаете, вот такие вот эти грибочки с гнильцой, я бы сказал, вот эти. Ну вот они, знаете, да, на пригорке. Не то чтобы с гнильцой, ядовитенькие, вот, мухоморчики. Тогда сразу напрашивается вопрос, ну а вы за кем замужем? За боровиком, за лисичкой, за груздями? Нет. Вы знаете, за белым грибом, за царем зверей. За царем зверей. Да. Пока что я взбиваю белки. Их нужно взбить до очень густой пены. Это получится? Оля, оцените работу. Посмотрите, взбил белок. Ну, вот держите, что дальше? Теперь найдите мне формочки для суфле. Ну, вот такие вот подойдут. Посмотрите, Оля. Да, великолепно. Смажьте их маслом. Вот этим вот сливочным, прям вот таким маслом. Вот кусочком. Надо ввести наш шоколад в белки. Очень аккуратно размешать, дабы не разрушить пузырчатость белков. Это уже не надо? Подожди, смазывайте, не торопись смазывайте. Смазывайте. Да. А форму мы смазываем маслом для того, чтобы... Чтобы не прилипло. Вся эта стряпня не прилипла, да? Да. Оля, давайте продолжим все-таки тему грибов. Как заполучить гриб своей мечты? Главное не ошибаться, понимаете ли, в признаках, потому что очень многие женщины склонны идеализировать и думать, что ложная поганка есть боровик. Оль, ну расскажите про ваше знакомство вот это вот на поляне, на лужайке. Это было чудесное знакомство, я пела у мужа на день рождения. Так. Все, познакомились. Через год у нас появился ребенок. Потрясающе. Все бы корпоративы так заканчивались. Не-ха. Любопытно. Пожалуйста, напойте что-нибудь. Что? Умоляю. Из того волшебного вечера. Встречи грибов. Ну, допустим, я не знаю. Summertime, and the life is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Your dad is rich, and your mom is good looking. And mommy and daddy stand by. Something like that. Очень круто. Ольга Полякова сегодня у меня в гостях. Вы выкладываете все это суфле
формы. И что мы сейчас с ними будем делать? Мы их должны сейчас же положить в духовочку. Надолго? Очень на мало. Буквально на 2 минуты. Ага. Потому что секрет тут в том, что сверху оно должно зажариться, а внутри должно оставаться жидким. И тогда это будет десерт шоколадный вашей мечты. Ну, давайте попробуем. Значит, у нас духовка разогрета до температуры в 200 градусов. Хочу вам сказать, что работая с этой духовкой, готовя в ней, за блюдо можно не беспокоиться. Отличный результат гарантирован. Еще и прикасаться приятно. Оля, вы говорите, 2 минуты всего. Ну, сейчас вырастет. Дима! Оля! Ну, а можно я буду готовить капрезы? Я хочу делать это вместе с вами, Оля. Хорошо. Давай так, тебе задание. Хорошо. Смотри, как только оно будет подниматься, сразу говори нам, хорошо? Кричи. Да. Так, Оля, капрезы. Капрезы. Возьмите, вернемся к моцарелле, правильно? Возьмите, пожалуйста, вот эти прекрасные томаты и порежьте их. Это отрезаем попку и разрезаем на две части. Ну, толстенькая такая должна быть помидорка. Вот да, так. Чтобы было что поесть. Ага. Ну, хорошо. Ну, и все остальные да, также, да? Угу. Ладно, с удовольствием. На осенней кухне певица Оля Полякова с дочкой Машей. В духовке печется диетический шоколадный десерт. Уже готова домашняя паста с белыми грибами. Осталось записать рецепты блюд. А прямо сейчас заняться салатом капрезе. Давайте же сделаем песто, потому что невкусно это без песто. Песто – это соус, который готовится вместе с базиликом. Что вот нам для вам этого понадобится, кроме базилика? Базилик. Вот вам чеснок. Ну-ка, давайте. Ну, песто – это ведь соус, правильно? Приправка. Конечно. Такая. Да. И приготовить, вот, кстати, проще простого. Итак, базилик, чеснок. Лимонный сок. Так. Молодец, молодец, давай. Так, и что? И все, и теперь это нужно перемешать. Масло. Оливковое масло. Готовый десерт. Шш, тихо, тихо. Наверное, пора доставать десерт. О, да. Хорошо. Сейчас я пойду, а вы взбиваете. Ладно. Все это можно, всю эту массу перемешать блендером, и должно получиться песто. А у нас получился десерт. У гениальной хозяйки всегда все получается. Кстати, это благодаря мне получилось. У меня все готово, Оль. Давайте скорее тогда резать моцареллу и украшать блюдо. Да, да, да. Вот так. Слушайте, да, правда режется? Класс! Смотрите. Свое прямо, свое, да, домашнее хозяйство. Оль, послушайте, может быть, к черту эту сцену. Займитесь домашним хозяйством. Маленькую ферму свою откройте. Даже не уговаривайте. Кормите людей. Нет. Оля. Не могу. Как здорово. Да. Что это сегодня прямо какое-то волшебство. Собственная здесь моцарелла. Сегодня собрались. Об этом можно было только мечтать. Смотрите, да, ровно все получается. Есть. Смотрите. Сверху что на это нужно теперь бахнуть немножко песто. И получается классический итальянский флаг, который можно будет еще после этого съесть. А есть у вас бальзамический уксус? Бальзамический уксус? Оля, вы издеваетесь над нами? Густой. Конечно, есть. Да? А, теперь вот еще вот так вот. Обязательно моцареллу. Моцарелла – это не соленый сыр. А что так много соли? Рассказываю. Моцарелла – это не соленый сыр, поэтому его надо присаливать, чтобы он был вкусный. Оля, это вредно для здоровья. Ну что ж делать? Жизнь вредна, Дима. Оль, от нее умирают. Мы берем бальзамический уксус. И мне кажется, должно быть совсем немножко. Да. Вот прямо капушечку. Капушечку на каждую, да. Пап! Пап! О, это гениально, да. И обязательно оливковым маслом. Вот так. Оливковое масло можно не жалеть. Им испортить моцареллу совершенно невозможно. Это тем правда более оливковым маслом Иберика. Продиктуйте, пожалуйста, рецепт моцареллы. Домашнее молоко, фермент сычужный, лимонный сок. Когда мы ввели в холодное молоко лимон, нужно его немножечко подогреть до температуры 35 градусов. Ввели сычужный фермент, нужно очень хорошо размешать и накрыть. Тепленькое место, мы оставляем это буквально ну, на 20-25 минут. Делаются из него шары и окунаются в холодную воду. К моцарелле, которая получается, мы должны добавить томаты, базилик, чеснок, лимон, оливковое масло и бальзамический уксус. Давайте тогда украсим горячие шоколадные пирожные еще сахарной пудрой. И, наконец-таки, можно будет подавать. Чуть-чуть. Угу. Угу. Ну как? Гениально. Скорее диктуйте рецепт. Берем 5 белков, взбиваем их в крутую пену,
Добавляем туда растопленный предварительно на водяной бане либо микроволновке черный шоколад. Размешиваем эту смесь. Разливаем по формочкам смазанным маслом сливочным. Ставим в духовку, в очень разогретую духовку, прям до 200 градусов. На 5 минут, не более того, чтобы остался жидкий центр. Украсить сахарной пудрой. Оля Полякова была, знаете ли, очень разной. Проявила себя как талантливая певица, импровизатор и еще и домашний, аккуратный, семейный кулинар. И все это в одном человеке. Кто она, Оля Полякова? Никто не знает. Пойдемте все пробовать скорее. Пойдемте. Даже не пойдемте, полетели. Угу. Прошу вас за стол. Летим. Маш, тебе отдельное приглашение нужно. Мне так вместе говорили. Тебе нужно отдельное приглашение? Садись, пожалуйста. Перед тем, как наброситься на всю эту вкусноту, Оля, Маша, у меня есть подарок для вас от постоянного спонсора, партнера, друга нашего интернет-супермаркета «Розетка.ua». Да. Это сертификат, Оля, для онлайн-покупок. Самое главное, что это сэкономит много времени для вас, чтобы вы, Оля, проводили Спасибо. Как можно больше времени с вашей семьей, с Машенькой, с мужем и с другой дочерью. Спасибо вам, Дима. Вы так добры. Оля, ну что сказать вам еще? Ну, приятного аппетита. Налетайте. Я хочу, чтобы вы попробовали мою моцареллу. Это я сделаю с удовольствием, потому что моцарелла вообще одно из моих любимых блюд. Ну-ка. Вкусно.